Но это еще не все. Самое печальное ⁇ не только то, что число кашляющих и сморкающихся наших сограждан выросло за прошлую неделю на 33%, но и то, что в их числе немало детей. Их доля в этой нерадостной статистике составляет 50%. Некоторых пришлось даже госпитализировать на пресс-конференции мэрии даже этой статистике было уделено особое место, тем более, что вице-мэр Мэрики Мартинсон не только чиновник, но и один из самых известных в стране врачей-педиатров. Особо следует позаботиться о здоровье детей, которые очень тяжело переносят ротавирус. И тут есть более оптимистические новости. Число таких больных уменьшилось, поскольку мы ведем большую кампанию по поводу вакцинации. Я уверена, что благодаря этому число заболевших детей не стало еще большим. Но все равно больных ребят сейчас очень много. К сожалению, во всем происходящем виноваты не только вирусы или бактерии. Немалая вина и на родителях, которые отправляют ребенка с насморком, кашлем, а то и с температурой в школу или садик. Там-то детишки передают заражение от одного к другому. На самом деле, если уже ребенок заболел, то выделите ему по возможности отдельную комнату, проветривайте ее регулярно и еще раз повторим, ни в коем случае не отправляйте в школу или в детский сад. Что же до взрослых, то напуганные финны массово стали делать прививки от гриппа, даже кое-где выстраиваясь в непривычные для этой страны очереди. Врачи считают, что и сейчас еще не поздно вакцинироваться, ведь реальная вакцина начнет действовать через неделю и, возможно, сумеет вас защитить. Обязательно, потому что еще не поздно. Вакцини... Вакцинировать можно. И особенно есть группа риска люди, которые должны думать о вакцинации. И туда относятся в первую очередь и беременные, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями и, конечно, дети тоже. И есть такая точка зрения, что даже через пару дней после прививки человек, которого догонит зловредный вирус гриппа, перенесет эту заразу гораздо легче, чем те, у кого вакцины вовсе нет. Александр Сахаров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.